Купи. Ты же достал, Джонни. Не скажи тебе, что купи. Я же тебе сказала, мы поговорим об этом осенью. Ближе к твоему дню рождения. Но я хочу сейчас. Купи. Ради всего святого скажи, зачем тебе нужна бейсбольная перчатка в доме? Просто. Просто может подождать. Ну ты не понимаешь. Ну тогда сам иди в город и покупай что угодно. Как я по-твоему пойду? А вот как хочешь. Ненавижу тебя. Делала у выхода. Мне было просто интересно. Просто? У тебя всегда все просто. Ты же знаешь, как опасно снаружи в наших краях. Ты хочешь, чтобы тебя утащил зверь? Я бы не ходил в лес. Даже я не выхожу из дома без лишней необходимости. Я просто хотел посмотреть. Прямо сейчас? Ты слишком нетерпелив. И теперь за это ты наказан. Это будет хорошим уроком для тебя. Достала. Так. А у меня для тебя кое-что есть. Я нашла это в старых вещах. Смотри. Что это? Морская раковина со дна настоящего моря. Ого, что с ней? И что с ней делать? А теперь прислушайся. Кто тебе разрешил выйти из комнаты? Ну послушай, я никогда не видел настоящее море, только в кино. Сыночек, это абсолютно невозможно, море очень далеко. Может, когда ты подрастешь? А сейчас? Если бы мне пришлось писать книгу о детской философии, я бы назвала ее «Нетерпение». Нетерпение абсолютно во всем. Хочу, сейчас купи, хочешь? Иди. Сон, мне снится. Просто сон, мне снится.
Thank you.